Подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео в Ютубе. В этом видео я разберу для вас песню, которую исполняет Виктор Цой. Называется она «Жизнь в стеклах». Давайте приступим. Здесь есть вступление. Можно начать сразу со вступления. Итак, мы поставим аккорд АМ. Вторая на первом, четвертая, третья на втором. И еще к этому аккорду АМ нам нужно будет добавить мизинец на первую струну, на третий лад. Итак, мы зажали аккорд АМ с мизинцем, и в правой руке мы сыграем одновременно 5 струн, 4 струнных. Это будет пятая, третья, вторая и первая. После этого нам нужно мизинец сместить по первой струне на второй лад. Потом отцепить мизинец, и первая струна получится открытая. И после этого нам нужно мизинец поставить на вторую струну, на третий лад. Вот таким образом у нас получится начало. Итак, еще разок. Третий, второй, первая открытая, вторая на третьем. И вот все вот это нам нужно повторить два раза. Раз. После этого мы не убираем аккорд АМ, мы играем пятую и первую струну одновременно. Далее третья, все это на аккорде. Потом зажимаем мизинцем первую на втором и опять играем третью после этого. Еще разок. Далее мизинцем играем первую уже на третьем ладу. И опять третью. Все время держим аккорд АМ. Идем дальше, отсыпаем аккорд АМ, мизинец мы продвигаем по первой струне до пятого лада, а указательным зажимаем третью на втором. Получается. И получается, что мы вот такую октаву играем. Мы играем первую на пятом, а третью на втором. Еще разок. Мы переходим к аккорду G, шестая и первая на третьем, пятая на втором. Нам нужно сыграть здесь четыре струны подряд два раза. Это шестая, третья, вторая, первая.
Потом мы отсыпаем первую на третьем, зажимаем вторую на третьем и играем третью струну открытую, вторую на третьем и шестую на третьем. А потом мы отсыпаем вторую, играем шестую на третьем, третью и вторую открытую. Получается G. И вот такой. Еще разок. Можете после аккорда еще делать вот такие щелчочки. Просто опускаем пальцы на струны и все. Итак, переходим ко второй части вступления. Для этого нам нужно зажать барре на седьмом ладу указательным пальцем. И плюс еще две струны поджать. Это будет третья на восьмом. И первая тоже на восьмом. Получается, что все струны мы зажали указательным на седьмом. Помимо этого еще зажали третью и первую на восьмом. И потом мы сыграем вот так, ну не совсем одновременно, немножечко метелочкой прометем. Шестая, третья, вторая, первая. Отсыпаем первую. Отсыпаем ее вот здесь вот с восьмого лада третьим пальцем. Она оказывается зажата у нас на первым пальцем на седьмом ладу. Играем. Далее мизинцем вторую на десятом, далее вторую на восьмом третьим пальцем, получается, и вот это мы повторяем, и так еще разок, опять вторую, первую зажимаем на восьмом, опять играем, далее первую на седьмом, вторая на десятом и вторая на восьмом. После этого мы оставляем указательным пальцем на седьмом ладу все струны прижатыми и вторым держим третью на восьмом. И в правой руке играем шестую со второй, потом третья на восьмом, зажимаем вторую на восьмом, третья на восьмом после этого. После этого вторая на десятом и третья. Так, еще разок. Значит, играем шестую, третью, вторую, первую вниз. Первая на седьмом, на десятом, вторая на десятом, вторая на восьмом. И повторяем. Опять. Первая потом на седьмом, вторая на десятом, вторая на восьмом. После этого шестую со второй, обе на седьмом, третья на восьмом, вторая на восьмом, третья на восьмом, вторая на десятом, третья на восьмом, потом первая на седьмом и третья, прижатая на восьмом. То есть вот здесь у нас все время вот это мы держим, указательный и второй. Первую на седьмом и третью на восьмом. И после этого аккорд Е-М. Оставляем, значит, указательный на седьмом, вторым зажимаем вторую струну на восьмом и четвертую с третьей на девятом. Вниз глушим вверх, вверх глушим вверх. Далее убираем второй палец, оставляем вот эти два. Вниз глушим вверх, вверх глушим вверх. Так, еще разок, вторая часть вступления. Такое вступление, оно повторяется два раза. После этого начинается первый куплет с аккорда АМ. Я рекомендую вам играть в правой руке шестерку, вниз глушим вверх. Итак, АМ мы сыграем раз, два, две шестерки сыграем на АМ, потом аккорд G. Тоже два раза. После этого аккорд HM, это B7,
баре на втором ладу, вторая струна на третьем и четвертая с третьей на четвертом. Тоже два раза играем шестерку Ашем. И четвертый аккорд — это аккорд ЕМ. Тоже два раза шестерку. Получается, что у нас первый куплет состоит из двух одинаковых половинок. На первой строчке АМЖ, на второй строчке HM, ЕМ. И далее опять идет третья строчка, точно так же АМЖ и четвертая HM, ЕМ. Так, давайте я вам спою еще полностью первый куплет. Темные улицы тянут меня к себе. HM, я люблю эту женщину. Она люблю этот город как женщину. X, M. И опять АМ два раза. Аккорд С. Я знаю, что здесь пройдет. Здесь мы С сыграем один раз. Я знаю, что здесь пройдет моя жизнь. Получается С один раз, Ж один раз, АМ один раз и ЕМ один раз. И вторая половина припева точно то же самое. С, Ж, АМ, ЕМ. Я знаю, что здесь пройдет моя аккорде припева можно сыграть вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Дальше опять идет проигрыш.